Кто-то это все звонит, там или кто-то другой. А кто дело-то стелит на пол? Надо спиропалатку постелить. Давай, быстро, соскакивай. Ничего себе придумали, а дело. Это не я, это все тетя Наташа. Поднимай одеяло, поднимай. Не надо, вставай все сразу. Идите, вытряхивайте его на улицу. Егор, быстрее, быстрее схватили, вытряхивайте. Ну или хотя бы положили здесь, положили, ладно. Мальчишки, убирайте. На полу-то не надо, поднимите с пола. Ты чего убросил? Это положи в такие, а. Звони, это. Можно я? Подожди, на 2 минуты, пусть немножко разобьем. Смотрите, время. Я тут... Кто-то покажет половину. От времени зависит, не от меня. Чуть меньше ему налейте, меньше. Еще меньше, конечно, меньше. Он половинку просит себе. Все. Все, куда? Я не знаю, где ты раздевался. Коля Растеряша. Ну где? Я не знаю, почему. Не готово. Вот эти рубашки свои. Я их сразу ликвидировал, больше ни одной ошибки не будет. Боже милости, создал мне, Господи, помилуй меня. Что-то бежит у вас. Что-то бежит. А, там есть. Если я тебе дарю, то я сказал, если я не могу, то я должен наш. Аллилуйя. Так, кто был без рукава и бегал? Вы знаете, что тут было? Что надо делать? У нас было там так. Нет, ему бежать до тополей. У нас это отключили сегодня. Сегодня куча просто валят и валят. Это так не пойдет. Я уже говорил. Видишь, куда? Молиться в это время, то есть не думай, памяти нету. Я вам память буду пробуждать. Кто был без рукавов? Ты рука без рукавов. Сколько материи? Пришейте, не пришивайте. Любого сегодня штанина красно-синяя. Если клоуном выглядит, все как клоуны, пожалуйста. А за стол одеть не сделает. И вот вы сидите там, тряпки не знаете, куда рукава пришейте. И все исчезло. Так, кто был без рукава, иди туда, выйдите. Я вам скажу, куда пошел? Куда пошел, Коля? Ну, выйдите. Куда поперся? Ну, сказали, выйти сюда, только... Так только эти? Нет, а девочки тоже. Ну, а сколько девочек было? Пуговку расстегни, что ты? Она все еще надевается. Да, вообще, она забежает рукаву. Вы у нас вообще сидите, 2 часа, вы должны быть готовы. Я тоже надеюсь. Сейчас... Отсюда выбежите, там ворота, которые к ребятам, ворота заденете и обратно забежать. А мы в это время садимся за стол. Так, кто из вас еще не одетый был? Ну идите туда, идите, пробежите. Взрослые дети меня не касаются, идите. Вот, выбежите туда, у них, там, и где они заходят в комнату. В комнату, на улице, ворота коснитесь и тогда прибежите назад. Садитесь за стол. Там Никита подпертый палкой. Вот эти воротка с них. Оказывается, ворота оттуда неси назад. Они не могут поверить. Неужели ты наказание вернулась? Дежурные должны за этим смотреть. Человек будет обязан взглянуть на часы. Какие ворота побежали трогать, смотри. Они вон те железные тронули ворота. Да, понятно. Пробежать через это, где у Никита. Встаньте сюда снова. Они не бегают, они не знают. Вот так больше бежать некуда. А кто там воротка снесся? Девочка? Маша. Ну куда ты бегал? Куда бегал? На какие ворота? Туда, там. Да, там, где мальчики заходят, к вам туда в ворота заходить, под крышу. Ты куда бегал?
Я до ворот. Бежать надо вон туда, вон, мимо мужского туалета, и там, где вы заходите, ворота касаются. Там вы бегал туда? А кто сюда бегал? Маша. Так, вот с ними сбегайте назад. Покажи, куда бежать. Мимо вас, куда, где туалет и где ворота, заходить в сарай. Еще не сделаешь. Вы думаете, память это дешевое такое? Не знаю. Память многого стоит. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Что-то чашки там мало, то наливает. Сказали, мало вам. Побольше меня? Да мне не больше, ну вообще, наливайте, мужик. А вы сказали, много в утро, решили ну, поменьше. Мне не хватает. Ладно, побольше налив. Какая тебе? Там сама чашка, ты еще не кушаешь. Да еще на лице половину нету. Тихо, разговоры прекратили все. Спокойно сидите, да, ешьте. Коля, наклоняться не надо, иначе ты чашку пройдешь холбом. Не надо дуть, не надо. Так, размешай маленечко и все. Что там дуть-то делать? Егор, не наклоняйся. Над кусочком. Тихо. Что тебе надо? Тихо, тихо, разговоры. Степа. Софья, никого не спрашивай, просто клади и все. Так, я надо, а что надо? Ложка есть, сейчас подают. Первого добавки просите, если кому мало. Все, разговоры прекратили. Вас. Берите хлеб. Что уж, за хлеба драться будете. Сидит хлеба, ни у кого нету. Раздают хлеб, раздают. Ну как-то так. У Лёши кусочка нету, у Володи нету. Ну ты заранее это можешь. Левая рука должна кусочек держать, а не под столом держать ее. Там три, вот так. Обдуй его. Секунду. О, ешь. Дети, кто хочет, я выйду от компота, я потом раздам каждому по ложке, хорошо? Ну, сейчас... ну, смотрите, у нас же полно всего, центера. Ты чё, мой?